Доброе утро! По крайней мере, здесь, в полынных дюнах Астраханской области, утро действительно доброе. Особенно для тех участников гонки «Шелковый путь», которые смогли преодолеть эти пески и не остановиться здесь. Ведь песчаные спецучастки традиционно на любой гонке – это серьезное испытание для техники. Ездить по дюнам – особое искусство, которое, как и дождевые гонки в формульных сериях, одним удаются лучше, чем другим. Но в отличие от вышеупомянутых формул, на ралли-рейдах у каждого своя война. Кто-то передвигается на 10-тонной махине-грузовике, а кто-то на резвом багги весом всего около тонны. И вот что интересно, именно багги, которые в сравнении с внедорожниками и грузовиками гораздо реже застревают в песке, но уж если завязнут, то всерьез и надолго. Копать багги – это в два раза сложнее, чем обычный полноприводный автомобиль. В этом состоит тонкость. Просто на нем очень хорошо ездить по песку, когда понимаешь, как это делать. Но, к сожалению, бывают такие моменты. Вот мы тоже, наверное, попались, и вот ребята, французы, попались. Но застревать в дюнах или, как выражаются заправские рейдисты, копаться в песочнице на этом шелковом пути пришлось очень и очень многим. Коварное Астраханское кольцо, где на прохождении 80 километров требуется порой по 4-5 часов, с содроганием вспоминали все без исключения. У многих выбраться самостоятельно из песчаной ловушки не получается. Кому-то везет, приезжают знакомые и помогают вытащить машину, несмотря на то, что это лишняя трата времени для тех, кто помогает. Ну, а для тех, кто уже совсем отчаялся и сломал машину, приезжают вот такие вот эвакуаторы, забирают, помогают, доставляют на бивуак, но, к сожалению, это уже означает окончание участия в гонке.